Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на обзоре Nokia N8. Вот у нас будет микрообзор, чтобы взглянуть на этот аппаратик. И что он из себя представляет. Ну, в принципе, я думаю, как бы для тех, у кого такой телефон уже был, объяснять не нужно, что это за телефон. Качество звука, как динамиков, так и микрофона. Все знают, о чем здесь идет речь. Качество на высоте. Самая главная фишка этого телефона – это его камера, 12-мегапиксельная, Carl Zeiss. И ксеноновая вспышка. Камера фотографирует просто превосходно. Во время движения она не мажет, ловит именно мгновение, когда фотографирует. По поводу сборки, качество сборки, в принципе, хорошее. Люфтов не замечено. Все подогнано. Сидит корпус хорошо. Вот, собственно, такой у нас экранчик с отрегулировкой подсветки. Я еще, правда, не раздупился, как ее убирать. Что-то немножко напрягает даже. Ну, так, в принципе, экран довольно яркий. Что-то попробуем сфотографировать что-нибудь. Так. Не знаю, видно на видео или нет, но качество хорошее снимков. Видно хорошо. Жалко, так не приближают, надо выходить в галерею. Да ладно. Я этим телефоном уже пользовался ранее, поэтому, в принципе, как телефоном я ним доволен. Сигнал ловит хорошо. Единственный недостаток этого аппарата — это то, что у него старый процессор, конечно же, стоит. И мало оперативной памяти. Там, по-моему, 128 мегабайт памяти, опять же, 256, что-то такое. И процессор 600 мегагерц. Это, конечно, по современным меркам мизер. Здесь находится у нас HDMI разъем мини для телевизора. Блокировка, разблокировка, качелька громкости, кнопка для камеры. Здесь у нас разъемы под сим-карту и под флешку. Так. Разъем микро-USB. Вот это что за дырочка, я не знаю. Что-то непонятно. Так. Микрофон шумоподавления, еще что-нибудь. И в целом приятное впечатление от телефона, все работает, все хорошо. На этом все, до свидания.